Друзья, ничего не помещается. Пора грузовик покупать. Видите? Все это мулили, все на голове уже. Где большая машина? Придется мне все забирать обратно. Целую кучу посылок. Лиль, а у тебя тут место есть? А? Нету. Все завалено. Ну, если только вместо меня. Ну да. Шуба с барского плеча передается приюту. Приехала домой, заберут ее. Моя зайка. Посмотрите, какая она крошечка. Крохотулечка маленькая. А мягенькая, как плюшевая. Ой, какая прелесть. Такая Мася хорошая. Мася хорошая такая. Боже, такое ласковое, такое нежное существо. Маленькая девочка тоже. Я вам там подарок еще принесла сейчас. Вот. Да, Дутя, мы ее Бусинка назовем. Мама ее сказала Бусинка. Бусинка? Бусинка, Буся будет. Вот, новая Бусинка. Мама Бусинки. Вот, вот, называй. Все, уже. Ой, все, мама. Уже есть контакт. Я сейчас расплачусь. Такая масенькая. Масенечка. Да. Буся будет. Пиня и Буся. Пиня и Буся, Пиня, да? Пиня и Буся, да. Пинечка у нас 23 января приехала. Мне Валин муж ее привез тогда. Прям домой, да, скажу, маленькая. Ой, пойди, тягой, ой, пойди, тягой. А прививочки есть у нее, да, Валя сказала, по-моему? Вот такие два щеночка. Сейчас поедут в ветклинику, чтобы провериться, и ждут своих новых хозяев. Откликнитесь, пожалуйста, кто-то. Вот и заканчивается очередная встреча на Киевском вокзале. Я благодарю вас всех за то, что вы приехали, за то, что вы нам помогли, за то, что мы опять набрали помощи, целую машину. Спасибо вам огромное, ребята. Следующая встреча у нас состоится буквально перед Новым годом, последнее воскресенье перед Новым годом. И мы ждем вас. Спасибо вам огромное, ребят, от всего сердца, от всей лохматой души. Спасибо вам и до встречи. Thank you.